Лайк поставь и подпишись. Ух ты, мы такие же почти размером. Ну, конечно, гигант, он все равно гигант. Нет, не ешь меня. Что? Ух ты, смотрите, два босса. Прикольно. Всем привет, ребята. Что же это такое? Что это за огромное чудище? По-моему, это чудище живет на заводе. Вы спросите, что оно делает тут? А мы за него играем, ребятки. Да, мы играем заводным боссом в подземелье. Потому что мы теперь можем выбрать этого персонажа. И получится, что мы сразимся боссом. Ай-я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 й. Что? Это как так случилось? Эва. Дух шарика вылез. О, ребят. То есть мы сразимся против босса. Босс сразится с боссом. Это классная новость. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь. Ну и, конечно же, прокомментируйте. Так. Потому что такое, видите, вы только здесь. Только здесь вы увидите подобные прикольные штуки, где мы можем поиграть боссом. Это же что-то невероятное. Ух ты. Так. Опа. Ба-бамс. И опа. Опа. Отлично. Отличненько. Так. Так. Все. Смотрите. Это было здорово. И тут уже ничего не скажешь. Опа! Классно. Классненько. Это было замечательно. Так, раз, два. И... опа! Ключик. Поехали назад. Вау-вау-вау-вау-вау. Вот это разгоны у нас. Вот это разгончики. Ух ты. Эй! Кто там? А кто же тут наверху? Ух ты шка. Это новость. И вниз. Класс. Класс. И заберем ключик. Вау! А он нас не споймал, ребят. Не споймал. Теперь мы этим воспользуемся и подвигаемся дальше. Так, только эти маленькие штуки, на которых... на которых мы ездим. Да, они какие-то не для нас. Не для нашего размера. Бдыщ. Что-то мы тут подавили. Кого только смогли. Ну да ладно. Зато хоть так это у нас получается. Оп. И забираем звездочки. Есть. Все звездочки мои. Что? Здесь, оказывается, еще надо найти ключ. Потому что тут есть другой проход. Так, это ты тут охраняешь его? Ух ты какой. А, что? Вот это как? Другой проходик. Другой. Сейчас. О! Ты куда? Тихо. Не надо в меня попадать. Заберем тут ключ. И теперь сможем это все дело вот сюда вот так вот прибежать. Ключик со звездочкой тут забрать. И, ребята, давайте будем отправляться вниз. Ну что ж, вот такая у нас получилась серия. Продолжение ждите чуть-чуть попозже. И поставьте, пожалуйста, лайки за эту серию и подпишитесь на канал. Ведь мы будем сражаться скоро с огромным шипастым подземельным боссом.
который на самом деле очень-очень страшный. Ну что ж, всем пока-пока. Ю-ху. Thank you.